у спальни стоят машины. Перед этой будкой 10 машин, вокруг 10 машин и по бокам по 2-3 машины. Скажите, пожалуйста, это санкционированная стоянка? Это уже не наша, круглосуточная? Если ребенок ломает детскую площадку и пишет нехорошие слова, то рано или поздно он будет парковать свою машину в песочнице. Вы возьмите на одну чашу весов машину, а на другую чашу возьмите детей. И известие. Впервые в Тульском регионе общественно-политическое ток-шоу «Седьмой этаж». Мы говорим о самых острых проблемах, которые волнуют жителей, с позиции «за» или «против». Но окончательный выбор за вами.